А перед началом данного видеоролика хочу посоветовать вам канал Фроста. Да-да, вы не ослышались, канал Фроста. И на канале данного парнишки вы найдете видео по Minecraft Pox Edition, обзор серверов. Также он научит вас делать интро, научит монтажировать и, друзья, покажет обзор разных игр. Ну, конечно, чаще всего он занимает Minecraft Pox Edition, ну и обучает вас всяким видеоурокам. Поэтому, если вы хотите научиться делать интро или просто посмотреть обзор сервера, также есть и у него сервер, друзья, заходите на канал, ссылка на канал будет в описании, ставьте ему лайки и, конечно, подписывайтесь на его канал. Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня, друзья, у меня для вас довольно классная карта, а именно Дисней Парк. Что ж, надеюсь, вы готовы к приключениям? Ну тогда, let's go! И, друзья, вот такая большая карта ждет нас сегодня. Ну и ждет вас тоже, если вы скачаете, перейдя в описание под данным видеороликом. Описание, к сожалению, карты целиком на английском языке, поэтому читать его мы даже не будем, а сразу отправимся в самое начало. Что ж, друзья, а я пропустил кое-что интересное. Вот карта нашего Дисней Парка. Это просто масштабно. И давайте посмотрим, что находится в сундучке. Кстати, почему-то разработчик данной карты не убрал лишние блоки, и сейчас у нас все блоки появятся в инвентаре. Да, печально. А, собственно, давайте посмотрим на карту. Вот это жесть, друзья. Это просто глобально. Да, разработчик постарался на ура. И, собственно, мы идем как раз по дорожечке. Я не знаю, почему у нас обозначается две меточки. Ну ладно. Давайте пойдем по правилу. Так. Уже очень прикольно. И, друзья, я вижу. Я вижу это чудо. Лично я никогда не был в Дисней Парке, наверное, и вы, хотя, может быть, кто-то ездил. А если не ошибаюсь, то там, если смотреть Орел и Решка, то там есть, друзья, специальный парк Лего. Это просто супер. Посмотрим, что нас ожидает здесь. Житель. Это типа, наверное, воркмен, ну, рабочий, друзья. Собственно, куда идти, я даже не знаю. Если поориентироваться по карте, то здесь все равно ничего не понятно. Почему-то два игрока, почему, я не пойму. Ладно. Собственно, друзья, большие домики. Очень большие домики. Не судите меня строго, друзья, я ничего не знаю о Диснейленде, парке вообще. Хотя вот этот замок знают все. Именно здесь начинается трейлер почти каждого мультика. Это просто супер. Ну, могу сказать, что ностальгия, друзья, именно по логотипам мультиков. Open. Disney World. Ну, собственно, друзья, конечно, если были бы команды, это было бы еще масштабнее. Но куда еще можно масштабнее сделать, я не представляю. Супер, друзья. Обязательно ставим лайк за эту карту. Собственно, нет, друзья, вот показывается меточка. И давайте слетаем к большому, самому большому комплексу. Так, сейчас все прогрузится. И что это такое? Что это такое? Так, давайте посмотрим. Можем зайти туда. И мы куда-то пройдем. Кстати, друзья, также я проходил мимо ленты в аэропорту. То же самое было. И то же самое происходит здесь. Так. Отлично. И что это у нас такое? Конеточка. Поехала. Не доехала. А, может, нам нужно сесть? Так. Да, друзья, нам, наверное, надо сесть. Отлично, поехали. И неужели нам покажут всю карту? Ну, друзья, замечательно. Это просто классная карта.
Лайк разработчику, он старался, здесь очень много всего. Я даже не знаю, сколько времени он потратил на разработку данной карты, но это просто масштабно. Собственно, друзья, все остальное вы можете увидеть сами, скачав данную карту через описание. Что ж, если вам понравилась данная карта, обязательно ставим лайк и подписываемся на канал. Ну и, конечно, до скорых встреч!